В редакцию нашего телеканала обратились жители поселка Стеклозавод Московского района Твери. В преддверии нового учебного года они купили своим детям транспортную карту школьника, которая дает право учащимся учебных заведений на льготный проезд в автобусах транспорта Верхневолжья. Однако воспользоваться скидкой родители школьников не смогли. Почему? Разбирался наш корреспондент. Жители поселка Стеклозавод, чьи дети обучаются в Горютинской средней школе, в растерянности. В конце августа они узнали о возможности оформить транспортную карту школьника, которая дает детям право на льготный проезд в автобусах транспорта Верхневолжья. Если обычный абонемент на 30 дней стоит 880 рублей при ограниченном числе поездок, то для учеников школ эта сумма составляет всего 525 рублей, да и количество поездок не лимитировано. Вполне выгодное предложение в преддверии нового учебного года, подумала мама пятиклассницы Нона Черногузова. Я купила карту, она доступна, стоит 50 рублей в любом ларьке «Союз печать». Но здесь образовалась проблема. В школе ее не зарегистрировали. Почему? Оказалось, что сельская школа не подключена к этому проекту. Между тем, автобусы транспорта Верхневолжья работают на территории Тверской агломерации, то есть и в областной столице, и в пригороде. Почему же тогда дети, живущие в Твери, но проходящие обучение в районе, не имеют права на льготный проезд? Задаются вопросом озабоченные горожане. Мой ребенок, как и многие дети, остались без льготного проезда. А это, знаете, очень затратно. Если посчитать, то в год, получается, на проезд у нас уйдет 10 тысяч вместо заявленных 5. Это очень накладно. А потом там еще и кружки в этой школе очень хорошие. Приходится возить еще и на кружки. Очень неудобно. И деньги, в общем, все-таки для нас это очень накладно. И поэтому и думаешь, отводить ребенка в школу на кружки или нет. Примечательно еще и то, что неподалеку от Горютинской средней школы располагается Сахаровская школа. По рассказам родителей, учебные заведения находятся друг от друга в 150 метрах. Однако Сахаровская школа формально считается городской, и дети, учащиеся в ней, могут получить скидку на проезд. Вместе с Ноной Черногузовой без транспортной карты школьника остались еще несколько семей. Причем у многих родителей не один и даже не два ребенка. И для них, понятно, речь идет о других суммах, которые приходится отдавать за проезд. За ответами родители обратились в профильные структуры. Я позвонила в Министерство образования России, в Министерство образования Тверской области, в Управление образования Калининского района. Ну, везде развели руками и сказали, что помочь мне ни в чем не могут. Так как это городской закон, и этим льготами могут пользоваться только городские дети, что очень странно. Сразу после этого обращения жителей съемочная группа телеканала «Тверской проспект» направила в Министерство транспорта Тверской области свой запрос для того, чтобы прояснить ситуацию. Нам ответили, что, цитата, «проезд для школьников осуществляется не в рамках льготного проезда. Школьный проездной – это еще один вид абонемента, а абонементное меню действует только на территории Твери и не распространяется на территории Калининского района». Впрочем, от себя добавим, что система эта гибкая и, возможно, в профильном ведомстве прислушаются к пожеланиям жителей поселка Стеклозавод и внесут изменения в абонементное меню уже в этом учебном году.